Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор детских книг о счастье. Что такое счастье? Каждый человек вкладывает в это слово свое понимание. Для ребенка счастье – это мирное небо над головой, любящие родители, когда все родные, близкие и друзья рядом. Это возможность пробежаться по лужам под теплым летним дождем, быстро скатиться со снежной горки зимой, бежать на перегонки с друзьями и смеяться, получить в подарок игрушку, о которой долго мечтал, послушать интересную сказку перед сном. Книги о счастье для детей. Нарине Абгарян «Счастье море». Самую счастливую девочку в мире зовут Мора. А много ли нужно человеку для счастья? На удивление мало и бесконечно много любящих родителей, доброго дедушку и заботливую бабушку, озорного старшего брата, домик в деревне, куда всегда так радостно приезжать, и побольше добрых людей вокруг. Приключений у Моры тоже столько, что хоть отбавляй. Не верите? Прочитайте книжку и сами во всем убедитесь. Это будет смешное чтение и совсем капельку горькое, потому что жизнь, она разная, как ни крути. Холли Вебб. «Щенок Сэм» или «Украденное счастье». У Эмили есть щенок Сэм. Малыш миленький, непоседливый, и ему все интересно. Поэтому девочка вместе с ним отправилась на занятия по дрессировке собак. А младший брат Эмили придумал свои уроки дрессировки и принялся учить щенка подпевать. Сэм быстро научился как выполнять команды, так и подтявкивать и подвывать в такт. Но однажды случилась беда. Сэм пропал. Оказалось, что в городе орудует банда похитителей породистых собак, и щенок стал их жертвой. Эмили решила во что бы то ни стало найти любимца. И вот она почти выследила похитителей. Но как доказать взрослым, что именно эти люди украли Сэма, и щенок сейчас заперт у них в доме? Эвелина Дочуте, Ауша Акиодулайте, «Счастье – это лиса». Философская история о странностях дружбы и открытом сердце, о том, что невозможно приручить, а счастье. Когда ходишь одним и тем же путем, перестаешь замечать чудеса вокруг. Но стоит свернуть на непроторенную дорожку, как появляются волшебные камни, сбежавшие из зоопарка птицы, и даже, если повезет, говорящие лиса на качелях. Эта книга научит, как среди повторяющихся дней не терять способность видеть то, что делает лично тебя счастливее, как не впасть в уныние, если наступила темная полоса жизни, как дружить. Книга переведена на 12 языков, по ней поставлено 2 спектакля. Ирина Зартайская «Во что играют бабушки?» «Разве может быть весело с тем, кто не может быстро бегать?» — подумал волчонок и загрустил. Мама с папой ушли на охоту, и ему предстояло весь день провести с бабушкой. Но старая волчица пообещала, что игры, в которые играют бабушки –
даже увлекательнее пряток и догонялок. Только прежде чем узнать, какие это игры, волчонку нужно помочь бабуле испечь пирожки, найти ее очки, послушать сказки и пришить пуговицы. И все это оказалось так интересно, что только вечером, когда вернулись родители, он понял, как же весь день он был счастлив. Юлия Иванова, «Коньки и копыта». Какое счастье, когда у тебя есть мечта. Тогда никакие препятствия не страшны на пути к цели. Даже если ты корова, как героиня книги Дуняша, а мечтаешь стать фигуристкой. И пусть остальные коровы хохочут, когда ты делаешь упражнения на гибкость и пластичность. Пусть ворон Вороныч и мышь-хватайка укоряют, что ты громко падаешь после очередного пируэта. Нужно лишь верить в мечту и упорно тренироваться. Тогда найдутся верные друзья, которые помогут сделать коньки для коровьих копыт и поддержат в минуты отчаяния. И когда придет зима, и река покроется льдом, ты поразишь всех своим плавным скольжением и удивительным танцем, вызвав море восхищения и аплодисменты. Руси Лагинкранц, «Моя счастливая жизнь». Дюнне – самая обычная девочка. Она живет в Швеции, учится в первом классе. Ей очень нравится школа. И у нее, как у любой девочки, есть лучшая подружка. Дюнне считает себя счастливой. У нее даже есть тетрадка, которая так и называется – «Моя счастливая жизнь», куда она записывает, когда и почему была счастлива. Но постепенно Дюнне узнает, что в жизни случаются вещи, от которых становится по-настоящему грустно. Например, лучшая подружка может переехать в другой город. Папа может не захотеть, чтобы Дюнне завела себе морских свинок, а с одноклассниками, оказывается, можно поссориться из-за сущего пустяка. Сначала Дюнне очень расстраивается, но потом понимает, что многое можно исправить, помириться с ребятами, навестить лучшую подружку, да и свинки рано или поздно появятся. Случается всякое, и счастье порой не бывает полным. Но теперь Дюнне точно знает, ее жизнь, несмотря ни на что, самая-самая счастливая. Лиса Леменкюля, как поросенок Порки, счастье искал. Поросенок Порки отличается от других домашних свинок, поселившихся в городке Свинфорд. Может, потому что Порки родился 13-м? Или потому, что ему нравится мечтать, или потому, что вместо уроков ему в голову лезут веселые рифмы. Какое будущее ждет Порки? Может быть, он станет великим художником, циркачом или кладоискателем? Порки отправляется в путешествие, чтобы познать себя и найти счастье. Ульрике Мотшауник, как лисенок счастье искал. Что такое счастье? Где его найти? И что нужно сделать, чтобы мама лиса была здорова? Именно такими вопросами задается маленький лисенок. Кто же укажет малышу правильный путь к счастью? Прочитав эту трогательную историю, ребята узнают, как лисенок понял, что счастье – это когда все друг другу нужны. Елена Степанова, «Лохматое счастье». Многие дети мечтают о самом настоящем лохматом счастье,
которая умеет гавкать или мяукать, вилять хвостом, будить поутру и, конечно, шалить о котенке или щеночке. Специально для таких малышей Елена Степанова и сочинила целую книгу, полную мурлыканья, гавканья, проказ и смешных историй, а познакомит читателей с ее четвероногими героями художница Любовь Еремина-Ношин. Александра Хворост. Рецепт счастья. Однажды лисенок потерял бабушкин рецепт счастья и решил во что бы то ни стало его найти. Но к кому же ему обратиться? Кто может знать этот таинственный рецепт? Поучительная, добрая сказка о семье, любви и дружбе обязательно понравится детям дошкольного возраста. Лидия Чарская. «Лизочкино счастье». Это необыкновенно увлекательное повествование о судьбе 10-летней Лизы Окольцевой. Ее мама тяжело заболела, и теперь семье грозит полная нищета. Судьба сводит девочку с владельцем детского театра. Тот берет ее в труппу. Юной актрисе предстоит сыграть роль Золушки. Но самое главное, ей будут платить жалование. У Лизы появляется возможность вылечить маму. В ходе репетиций выясняется, что у новенькой есть талант. Конечно, это не может не вызвать зависть у других маленьких актеров. Совсем еще юной Лизе пришлось столкнуться с жестокостью, бессердечием и предательством самых, казалось бы, близких людей. Однако в труппе у девочки появляются и верные друзья. Их помощь и собственное доброе сердце помогают Лизе с честью пройти все испытания. Это счастье. Книга об эмоциях, в картинках и ситуациях, понятных маленьким детям. Ребенок часто не может найти слова, чтобы пояснить свои чувства и взрослым, и себе самому. Понимание эмоций, даже самых болезненных, способность их принять, дают детям больше свободы, чтобы наслаждаться миром, быть уверенным в собственных силах, быть счастливым и понятым.